Всем здорово, дорогие подписчики! С вами Кристина, Димка, Юрка, Донька! Мы вернулись в GTA! Это, ребята, полицейские погони! Кокосики! Здорово! Ребята, на прошлом ролике мы собрали аж 2000 лайков! Спасибо вам огромнейшее! Давайте на этом ролике попробуем собрать уже 3000 лайков! Я очень надеюсь, что получится! И не забудь подписаться, скоро ведь миллиончик! Да, ребята, сегодня я должен буду выжить против 1000 ботов, а также вот этих двух копов, которые попытаются меня сжать, поймать и, собственно, остановить. Моя задача, как минимум, ребята, угнать тачки как можно больше. Если я угоняю тачку, это мой балл. Если тачку останавливает, это балл получается копом. Если копы знают по окончанию, что тачка где-то спрятана, то, соответственно, мой балл все-таки сгорает. И тогда плюсуется копом. Все как бы просто. Ребята, обязательно ставьте лайки. Давайте на этом ролике также наберем 3000. Спасибо вам огромнейшее. И не забывайте, конечно же, подписываться на канал, потому что до миллиона осталось совсем чуть-чуть. И я надеюсь, что к Новому году мы, ребята, его апнем, и все будут довольны. Поэтому, ребята, да, ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями, а мы начинаем. Всего у нас здесь получается есть 11 тачек, которые мы будем выбирать при помощи сериалисы для копов. Поэтому давайте выберем. Назови число от 1 до 11. Вот тачка. Ёба, что с тобой? Четвертая тачка у вас, не, это не моя тачка, как минимум. А четвертая тачка, вот это получается мустанг. Это хорошо, потому что, ребята, мустанг не очень быстрый. А значит, у меня есть возможность скрыться. Но опять же таки, я спавню себе случайные машины. И поэтому, ребята, три тачки я сейчас себе спавню. Используем только аддоны. И если мне выпадет хорошая машина, это будет хорошо. Но, да, есть. Да, такое себе. Это что такое вообще? Да, это считается. Это считается? Да, серьезно? Да, понимаю, да, так, 228, что? Ну это мы сразу удалим, пожалуй. Бери его. 232. Не, мужики, Audi это, конечно же, пушка. Итак, собственно говоря, вы считаете до 5, а я ставлю себе 5 звезд и погнали. 3. Это слишком быстро. Слишком быстро. У нас машина медленная. Ладно, короче, поехали, пробуем. Все, мне сорвался. Спасибо. Неплохо начали, как минимум, поэтому, ребята, продолжаем. Ё-моё, тихо. Да, отлично, хорошо. Замечательно, прекрасно. У меня или у вас? У меня, у нас. У вас? Или все-таки у меня? А ну-ка, давай, газу, ю-ху! Ёпта, полетел. Так давай мне подгазовывай. Машину продавать потом быстрее. Да ладно тебе. А вы уже здесь, понял, принял, окей, я понял. Кстати говоря, если я сейчас скроюсь от копов, это будет максимально приятно, потому что как минимум... А, я забыл еще, кстати, блипсы отключить, я забыл, извиняюсь. Все, отлично, все, скрылся, отлично, все, погнали, короче. Как минимум, ребята, надо сейчас скрыться от копов. Если я скроюсь от звезд, то тогда мне придется скрыться от двух копов. Ну я уже, кажется, не скроюсь. О, копы, здорово. Потому что, да, понятно. Нужны вертушки, вертушки. Какие вертушки? Тебе и так все достаточно много помощи дается. Я не знаю, по 200... А, с чем-то было. Суки, 200 чем-то. Не знаю. Ой, как 200 разогнал вообще. Не знаю. Где не знаю, как что, кого, куда. А, копы уехали налево, видел. Так, налево? На какое лево? Ты чё, блин? Не-не-не-не-не, то, что они ездили, даже не думайте, не туда, неправильно, это неверно. За копами чисто, чисто за копами едем. Вон дурак. Давай, аккуратно. Газуй, да, потому что я скрылся. Далеко, скорее всего, очень. Да кто был? Это кто сзади меня там? Где ты? Прыгает. Понял, ладно. Вопросов нету. Какая вертушка, вы и так за мной едете? Я вижу вертушку справа, через говнотечь летит в зеркальный парк. Ага, это Ванек был. Я понял, а он Юрец. Понял, понятно, ясно. Развернулся, бот до сих пор уехал. Ты до сих пор включаешь дурака и не понимаешь, где я? Вы же со мной едете, как минимум. Понял? Да не был ни разу. Серьезно? Да. Вертушка развернулась опять. Я честно вертушку смотрю. Тихо, отлично, радует меня. А, нет, я пытался скрыться максимально, но вы все-таки были на хвосте, это прям меня вообще не радует. О, вижу одного. Понимаю, ладно, хорошо. Давайте-ка далее, попробуем сейчас реализовать кое-какой результативный прыжок.
Вертушка какого-то хрена полетела направо куда-то. А, ну я в говнотечь еду, пока не понимаю. Где вертушки? Есть ли одна вертушка? Красотища-то какая! Это меня радует. Да, я это меня радует как минимум, потому что, ребята, это было очень красиво. Летят где-то туда, который сверху, где этот живет, фуфлин. Да? Ема ты топис, конечно. Ну он топтун тоже, конечно. Так, зависли, понял, зависли. Зависли где-то здесь. Тачку я, в принципе, спрятал, поэтому, ребята, все отключено. И поэтому чисто вот, если что-то у вас есть, то вы можете отгадать, где тачка стоит. Да, а пока что, мы переходим на следующий раунд. Мы продолжаем, ребята, 9 тачек у нас осталось, поэтому серия назовет число от 1 до 9. Не-не-не, назовите число от 1 до 9. Ответ? Да ладно! Наконец-то, нормально. Да, неприятно, потому что, ребята, я не знаю, как уходить от Финира, и если мне сейчас выпадет плохая тачка, это будет максимально стрёмно. Ну, типа того. Ну, нормально. Типа того, а можно мне нормальную тачку? Да, хотя бы вот такая, в принципе, уже более-менее неплохо, да. Окей, я, в принципе, тогда включаю. Копа, вы поехали, погнали. Какая погоня, блин? Погоня, давай погоня, тормозите, погоня, кушайте погоня, пончики. Я! Давайте я вам куплю кучу пончиков, и все будут довольны. Давай, как вам такой расклад, а? Пончики, давай. Пончики? Хорошо. Ты нам даришь, пожалуйста, пекарню по производству пончиков, и мы еще подумаем. Ха-ха, пекарня, я что, тогда их много зарабатываю? Пекарню он еще, я тут всего лишь 2 тачки угнал, поэтому на этом я думаю... Сколько ты тачка гоняешь. Так, давай. Залетел неплохо. Это намного интереснее, конечно, чем кататься там на всяких ППС. Мне кажется, я не уеду на этой тачке, поэтому это будет, видимо, минус тачка. Ага, до свидания. Почти его. Ты как это сделал? Да, я сам в шоке. Я в тебя... Ты как это сделал? Я специально тебя пропустил, а потом ты как бы резко назад вернулся. Полетели. Залетел? О, кто взорвался? Я по бочку ударился, но я жив. Все нормально. Серьезно? Понимаю. Ладно, пробуем заново. Не, на самом деле прям вообще неприятно, потому что я вообще не понимаю, как быть так-то в такой-то ситуации с Туевине. До свидания. Не, ну прямой, конечно, мы догоняем тебя нормально. Ты просто да я понимаю, поэтому надо мансить. Манси. Как минимум. Вот так любит. Вот, смотри, короче, смотри, как надо делать. Вау, смотри, как красиво, надо работать. Молодец, молодец, хорош. Так я залетел. Кстати, неплохо. Залетел. Молодец. Знаешь, как я могу. Ой-ой! Перевернул! Че делать-то? Я вот скину обратно к тебе. Давай. Да, поехали. Лучше тут, чем там. Так легко уйдешь, что ли? На тебе. Да, я думал, да, что-то получится у меня. Ладно, окей, как бы выхода нет в любом случае, но... Не надо. Не надо, говорю. И полетели! Да ладно! Не, я вроде пока я живой, цел, здоров. О, я его срезал. О, я знаю одну фишку, я знаю ориентир. Я знаю пароль. Пытаться нырнуть. Не успею, в дырку залезть. Да. А где дырка? А где дырка? Чего, блин? Синхронно вылетели. А дырка здесь она была же, нет? Серьезно? Да, пролетел. Да, проехал. Мимо дырки. Да ну нафиг. Ладно, ребята, я предлагаю тогда отправляться на следующий раунд, потому что, ребята, то, что сейчас произошло, это максимально было... Обидно. Ладно, все, поехали на следующий раунд. Ребята, мы продолжаем. Осталось всего 10 тачек, второй раунд, и выбираем для копа машинку. Я очень надеюсь, что выпадет 9, 10, или же как минимум 4. Поэтому Сирин, зачисло от 1 до 10. Дочь жесть. Это 6. 6! О, да, вот потрёх! Понял. Мустанга, отлично, так отлично, понимаю, ребята. Замечательно. Не, нормально, смотри, тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 тачек хороших из 11. Нормально, как бы половина на половину, все четко. Ну, если тебе так нравится. Свой среди своих. Чужой среди своих. Ладно, короче, давай дальше. Не, ну ты можешь его взять, он хороший, мы его тестировали. Джип. Да, я понял. И третья тачка, ребята. О, нормально. Да ладно тебе. А вдруг получится как минимум. А ну-ка вот так вот, ребята, делаем, да. Делай хорошо, и все будет замечательно у тебя. Так, короче, копы, все четко, поехали. Так, главное сейчас скрыться. Понимаю, как бы Мустанг против Патриота, это максимально жестко, хуже, плохо.
Понял. Нормально, вы ковыркаетесь там, но как бы. Продолжайте в том же духе, все будет замечательно. Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как сильно вы обожаете эту рубрику. Или как можно ее улучшить, доработать, усовершенствовать. Пишите в комментариях, почитаю на ваши комментарии, попробую ответить. Вот. Давайте-ка сюда поедем, отличненько. Да. А потом я сюда понял, поедем. Что проблем, да, да, у него вообще столько проблем. У него больше проблем, чем преимуществ. Столько проблем, говорите? Ну, да. У него столько проблем. Тут. Я на самом деле не понимаю, как так-то. Я еду вроде бы неплохо, но я не могу от вас оторваться. Да, не, ну мне кажется, я на такой скорости-то от вас уже оторвался, как минимум. Поэтому, ребята, в принципе, можно сейчас найти нычечку и поставить тачечку. И тогда будет хорошо. Нету. Ну да, я заметил. Потому что они не вызывают на своих же копов, понял, да, как бы? Ладно. 3 звезды, видимо, да? Не, 5 звезд стоит. Как минимум, а как максимум, я думаю, что тачку мы спрячем, наверное, где-то вот в этом месте. Я думаю, что неплохое такое местечко. Как минимум. Поэтому, ребята, да. Тачка готова, тачка спрятана. Поэтому, ребята, отправляемся. Я думаю, что на следующий раунд пока что... где-то здесь вот она у нас останется. Так, у вас там что, нормально все? У меня коп прямо здесь остановился и уехал куда-то в сторону. Ага. Ладно, ну, запомнили. Идем тогда дальше. Давай. Так, а мы продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тачек осталось. Из них хорошая первая, вторая и получается шестая. Назови число от 1 до 8. Только не две последние. В настоящий момент это выходит за рамки моих. Ты издеваешься? Назови число от 1 до 8. Это 2. Блин, да в смысле? Повезло просто. На самом деле, не знаю, на что она обиделась, потому что там я прям видел свой адрес, она могла это спокойно назвать и прям на ролике было. Понятное дело, что я бы вырезал, но все равно было бы неприятно. В курсе, что написано сверху SCP? Да. О! Сиреноголовые? Да, кстати говоря, прикольненько. Так, первое. Где... И получается ГТР, слава богу. Да, слава богу. Газон? Ну ладно. Не, слушай, точно не газон, поэтому лучше ГТР. В принципе, мы готовы. И, кстати говоря, а что его? А, он какой-то очень странный максимально. А 5 секунд там подождать, как бы. Солидарность полицейская. Солидарность? А что с его? Вы тоже видите стекла странные какие-то, ребят? Пишите в комментариях тайм-кодики, вот как минимум, потому что они наполовину разбитые все. Это прям странно. Давай. Не, я вообще не еду. Сегодня не поедем мы туда, мы поедем вот сюда, поэтому. Да почему ты такой медленный? Вообще просто жесть, это тупо страдало, как минимум. Да, вообще ноль. Ладно, ребята, я предлагаю тогда... что мне сделать здесь? Сажать сегодня, кстати, давай его сожмем. Сажать? Сожмем. Давай. Сожмем. Я говорю, все понимаю, ну типа... Ну, типа, чтобы вы понимали, у него максимальная скорость 120 там, или вот типа того. Он вообще не едет, вы понимаете, блин? Я думаю, что нету смысла вообще тратить на это ведро время свое, потому что и так времени мало. Кого? Не, я предлагаю вам забрать эту тачку, если хотите. Забираете? Забираем. Ну все, забирайте. Забираем. Как минимум. Да забирайте, ладно, что я буду тут мучиться? Как минимум вы тут по-любому спрыгните, даже не буду пытаться. Ладно, уж солью раунд, но зато я еще один отыграю и там точно выиграю. Поэтому, ребята, погнали на следующий, последний, уже заключительный наш раунд. Ну давай. И Сири, ты готова? У нас осталось всего, получается, 3-7 тачек. Назови число от 1 до 7. 3-7. Один! Она издевается, она все хорошие тачки выдала. Она даже последние, которые я для вас готовил, именно из русского автопрома, даже не позволила вам получить их. О, хорош. Нет, ты плохая BMW. Две BMW. Феррари. Опа, и Феррари. И Феррари, кстати говоря, 219. И это, я думаю, что более-менее что-то с чем-то. Да, поехали, все, короче, ребята. Ты думаешь? Колобок пинать интересней. Да, ну не знаю, на самом деле, но кстати говоря. Что-то его не вредился, кстати да, говоря, я очень надеюсь, что я сейчас разгоню что-нибудь тут интересное, такое прикольненькое по скорости. Трупы окольные все одни и те же. Да, кстати говоря. Думаешь? А просто каждый раз говнотечь начинается. Зациклен просто. Я зациклен? Дело привычки. Подай прыгнуть, блин! Я же так старался! Смотри, смотри, что сейчас сделаю. Смотри, что сейчас сделаю. Я его на крышу закинул, прикинь. Да, я царь горы. Пацаны, что там, как дела у вас? Энчик, слази. Ты что делаешь-то? Запрыгни мой, пропиши-то.
И что делать-то? Я не знаю, я не хочу слазить. Как минимум, меня тут никто не трогает, я тут в защите. Он прыгнул. А, нет. А, да. Куда я спрыгнул? Удристал наверх вышел. А я запрыгнул. Ну ладно. Зачем? Вопрос. Валим газом! Валим на гелике. Тут даже боты еще! Они мне пытаются колеса пробить. Что за бред? Как я от них буду уезжать-то? А тормози! Она вообще нулевая. А я проехал. Она нулевая по тормозам, я могу так сказать. Да колеса-то не пробиваете, вы че, блин? У меня бензин течет! Ты обобфався. Серьезно? Я загорелся! Ты газанул и загорелся, да, я прям видел. Что, простите? Он стрельнул, и он прям загорелся, че? Еще и колеса пробил. Это просто жесть. Я до последнего топлю! Ю-ху! Да блин! Понимаю! Понимаю. Ладно, не, ну это было очень быстро на самом деле. Прям вообще максимально быстро. И, кстати, у меня остается еще минутки на все про все. Поэтому я предлагаю быстро раунд сейчас оформить и тогда уже на этом закончить. Погнали. Ну давай. Остались в принципе те самые тачки, которые я хотел для вас и приготовить. Если выпадет 4, будет максимально обидно. Поэтому сирен за число от 1 до получается 6. Я уже сел. Вот что мне удалось. Не-не-не, за число от 1 до 6. Да есть только фуфла, что капец. Фу, слава богу, слава богу, не он, да. Хотя бы Мерседес. Окей, три тачки у меня, Honda, вторая Кеннис, не идет в учет, да, понимаю. Это что такое? Ну, я рыцарь, черный рыцарь. Я хотя бы возьму его, черный рыцарь, говорите? Ну, давайте сделаем его, в принципе, черным. Окей, я же поехал, поэтому, в принципе, ребята, догоняйте. Как минимум, давайте-ка ставить звезды. Все, погнали. Че, направо, налево, налево, направо, право, налево. Куда поедем? Так, давайте, говорите, короче. По традиции. Все, короче, по традиции прыгнул в течку. Давайте, поехали дальше. Дальше куда? Да, да, да. В речку. В речку, 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 в речку. Ладно, в любом случае, на самом деле, я бы хотел, наверное, скрыться от вас, но, как показывает практика, это будет сложно сделать, тем более вы на мастер меня что-то догоняете. 185 у меня. Че, у меня, ну, 180 тоже. Понимаю. Ну, разгоняюсь пока. Ну, одного понять не могу. 190 раскочегарил. А у него есть какая-то прокачка там, я не знаю, какие-нибудь прикольненькие ускорители нитро? Конечно, есть, но не в GTA. У него есть экстра тормоза. Как у дела, братан, все хорошо? Понимаю, блин. Пробел нажми в следующий раз. Короче, быстрое ускорение. Да, да. Серьезно? Зажми, держи его, короче, 5 секунд, потом отпускай. Будет такой... Окей, хорошо. Как-нибудь я этим воспользуюсь, но, пожалуй, не в этот раз. Да что с ним? Да что вообще ноль? Все, тормози, тормози. Он не переворачивается! Серьезно? Он не переворачивается! Вот, пожалуйста. Все, ваша сновочка получилась. Понимаю, окей, хорошо, тачку вы поймали. Так уж и быть. Водичка? Короче, нет, на вкус водичка плохая. Слушайте, я, получается, что угнал... Сейчас посмотрю, у меня по нычкам раз, два, три нычки, знаете, хотя бы одну. А ну-ка. Три нычки у тебя? Три. Я, короче, одну машину потерял вот здесь, вертушка где-то вот над этим островом слева зависла, точное место я не знаю, это последнее, что я нашел, поэтому... А, ну, это странно, тут, блин, тут миллион мест вообще так, ты же сам понимаешь, она где-то здесь и там, и сам. Короче, ладно, на самом деле, окей, смотрите, первая тачка у меня стоит вот здесь, в этом гаражике. Да, ты был прав. Тачка, точнее, вертушка правильно затормозилась, да. Кстати, примерно здесь вертушка исчезла. Ну да, плюс-минус. Вторая нычка у меня находится вот здесь. Я вот это место знаю, смотри, сейчас тебе покажу, где... Я чисто со спека посмотрю, поэтому давай, короче, летай. Ага, вот это место ты знаешь, да, типа, получается? Нет, вот примерно. Здесь. Вот здесь, короче, прям ты, видать, в эту секунду отключил ботов, и у меня бот ехал, разворачивался, и резко, короче, развернулся и туда поехал. То есть где-то здесь. Ну, ты можешь прыгнуть ко мне, потому что тачка моя стоит вот здесь, вот в этой нычке, грубо говоря. Был ты близок, однако, да. Ну, покажи. Но вот там она стоит, получается. Ну, ты знаешь, как надо делать? Это нужно делать, типа, секунд 15-20, чтобы на поиске еще было время, потому что, ну, типа, а когда потом искать еще, да? Ну, можно, да. Можно, да, можно доработать таким образом. Ну, и третья тачка у меня стоит, получается, вот. Вот здесь она стоит, короче, грубо говоря, да. Окей, ребята, на этом мы будем заканчивать. Такая вот серия у нас была. Вы думаете, я что, специально в воду упал и типа все, закончили раунд? На самом деле, так-то я включил возможность ездить под водой и тупо сюда проехал. А вы отправились назад, на обратно, да, на раунд, на начало раунда. Короче, ребята, да, на этом будем заканчивать. Спасибо всем огромнейшее за просмотр. А с вами был Диман, Юрка, Дони. Всем удачки, всем пока-пока. Пока, ребят. Пока, ребят.